Накануне в рамках 22-й международной промышленной выставки «Металлоэкспо-2016» состоялось подписание контракта между ОАО «ММК» и компанией «Металлоинвест» на поставку горячебрикетированного железа в адрес Магнитогорского металлургического комбината. Со стороны ОАО «ММК» контракт подписал генеральный директор Павел Шиляев, со стороны «Металлоинвеста» – генеральный директор управляющей компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. Срок действия подписанного соглашения – 1 год. За этот период ММК закупит у «Металлоинвеста» 200 тысяч тонн горячебрикетированного железа. Согласно условиям контракта, ценообразование осуществляется с использованием действующих рыночных индикативов, а формула расчета цены учитывает динамику цен на мировом рынке. Для ММК подписанное соглашение направлено на частичную замену металлического лома на альтернативное сырье, используемое в технологической цепочке комбината. Генеральный директор УАО ММК Павел Шиляев отметил, «Металлоинвест» как компания и бренд прочно ассоциируется на железнорудном и металлургическом рынках с успехами в горнодобывающем бизнесе, с грамотным менеджментом и эффективной модернизацией металлургического производства. Подписание сегодняшнего соглашения призвано укрепить долгосрочные взаимовыгодные отношения между нашими компаниями. Генеральный директор управляющей компании «Металлоинвест» Андрей Варичев подчеркнул, в частности, что горячебрикетированное железо прочно зарекомендовало себя как эффективная добавка к металлолому для производства высококачественных марок стали. Для нас особенно важно, что ключевые российские потребители, такие как ММК, оценили преимущества этого премиального продукта. Безусловно, мы уверены, что это достаточно серьезно повлияет на повышение качества продукции. Работа с такими крупными потребителями, нашими многолетними надежными партнерами, Магнитогорским металлургическим комбинатом, группой ЧТПЗ, безусловно, трудной металлургической компании. Это большой успех, и мы считаем это нашей единой общей заслугой.